Дети из одной семьи могут получить приоритетное право на поступление в школу, где уже учатся их братья и сестры. Соответствующую поправку в федеральный закон сегодня обсуждали на заседании Комитета законодательного собрания по образованию, культуре, спорту и молодежной политике. Автор инициативы – депутат корейского парламента Эмилия Слабунова. Поправка даст возможность родителям, у кого двое или более детей, записать своего младшего ребенка в первый класс при условии, что его старшие братья или сестры уже обучаются в этой школе. Сейчас таких льгот у семьи нет. Ко мне обращалось достаточно много граждан и из Петрозаводска, вчера вот с Ивановской областью, в частности с городом Иваново был разговор о том, что очень это является серьезной проблемой. Поэтому подготовлен законопроект. Принятие такого закона в том случае, если Государственная Дума сочтет возможным на него откликнуться, это даст еще очень серьезный импульс для развития вообще системы образования, потому что очень многие муниципальные образования будут гораздо смелее закреплять за своими школами всю территорию своих городских округов или там муниципальных районов, то есть всю территорию муниципального образования, прекрасно понимая, что самый главный для них камень преткновения – это возможность второму-третьему ребенку попадать в ту школу, в которой учится старший ребенок, она теперь снимается. По мнению депутатов, внесение изменений в федеральный закон облегчит жизнь не только родителей, но и самих школьников. Будучи под присмотром старших братьев и сестер, первоклашки легче и быстрее пройдут процесс адаптации к школе. Я целиком полностью поддерживаю этот законопроект. Я думаю, что даже немножко опоздал. То есть можно было его внести и раньше. Но тем не менее, то, что он появился, безусловно, это большое подспорье многодетным семьям, семьям, где больше одного ребенка. В рамках того опроса, который мы проводим сейчас, большое количество комментариев родителей с просьбой как раз каким-то образом определить вот нормативно возможность попадания детей, младших детей в школу, куда ходят старшие дети. Поэтому здесь это и запрос общественности, да, вот, и мы можем подтвердить это уже сегодня данными исследования. Проект постановления депутаты поддержали единогласно.